Всем привет! Вчера я ездила к Ирине, это хозяйка группы ВКонтакте «Орхидеи» из Азии, город Москва. Это та группа, в которой я покупала орхидейки Сога Вивьен, Хилашисту, свою снеевидную Тилансию. Так вот, я еще заказала вот такого Анцидиума. Это Твинкли. Твинкл. Не знаю, как правильно. Сейчас вам покажу. Романтик. Ну, не знаю. Посмотрим. Он мне обошелся в 500 рублей. Ирочка его прекрасно упаковала. Хотя мы живем вместе в Москве. И я просто ездила. Его забрала. Ни по какой почте, мне он не пришел, и она его до такой степени утеплила, просто супер. Спасибо, Ирочка, большое, спасибо, Леночка, большое. Это ее напарница, помощница. Это две феи, которые занимаются вот такими цветочками, нашими любимыми орхидейками. Значит, как я понимаю, это уже взрослое растение, у него три бульбочки и раз и два – это цветоносы. Значит, скоро мы увидим, как он будет цвести. Очень-очень интересно. Это уже не малыш и не подросток. Это большое взрослое растение. Его я... Он сидит в коре. Я хочу, знаете, посадить его. Сейчас покажу. Вот в этот стакан. Стакан из-под пюре. Мне очень нравятся эти стаканчики. Сделала дырочек, но только снизу. И просто перевалкой его постараюсь вообще не вытаскивать вот эту кору. Потихонечку, потихонечку. Обязательно вам покажу, что получится. Посмотрите, корешки у него отличные. Их очень много, целый стаканчик. Вот я его перевалкой пересажу и не буду вообще трогать. Вот так вот. Так, ну что, я его посадила. Обрызгала. Вот у меня получился пенопласт, кора и сверху сфагнум. Буду потихоньку его приучать к своим условиям, потому что, я так понимаю, он там постоянно был в мокром виде, потому что на нем, как вы видели, мох рос. Поэтому потихонечку буду его опрыскивать каждый день в течение месяца, просто по краю горшочка, вот так. Это сейчас я просто опрыскала мох, чтобы он прилег, не торчал в разные стороны. И по краю горшочка буду опрыскивать, чтобы он потихоньку начал привыкать к моим условиям квартирным, а потом уже буду поливать, как все свои орхидейки. Надеюсь, что мы с вами увидим его цветение, что он не заметил эту перевалку. Так вот, отодвинем сфагнум, чтобы бульбочки не загнили. Вот такой красавец. Всем пока, до скорых встреч!